Больницы в городах Среднего Урала обновляют автопарк. 112 новых машин получат поликлиники и ФАПы Свердловской области. Первую партию перед отправкой лично проверил губернатор Евгений Куйвышев. Цитирую, это машины для участковых врачей, которые работают непосредственно с людьми, выезжают к больным детям, взрослым и старикам. Нужно, чтобы помощь к человеку прибыла быстрее, сказал губернатор. Отметим, зимой часть больниц уже получили первую партию машин. Всего для здравоохранения в 2021 году приобретут 276 автомобилей. Треть из них на расширение автопарка, остальные заменят изношенный транспорт. Губернатор Евгений Куйвышев также сообщил, что на модернизацию первичного медицинского звена в этом году в бюджете области запланировано 3,2 миллиарда рублей. Отметим, что обновление автопарка медсанчасти номер 31 – это один из самых актуальных вопросов оказания экстренной помощи горожанам. В рамках национального проекта здравоохранения в конце прошлого года на скорую помощь Новоуральска пришли три новые машины «Газель» класса «Б». Всего на скорой города работают 61 человек. В день на смене 7 бригад, в ночь 5. Две бригады врачебные, остальные фельдшерские. С апреля прошлого года выделены две специальных бригады для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. Службе требуются специалисты. В этом году планируется открыть курсы фельдшеров на базе Новоуральского медицинского колледжа. Заявка от скорой уже сделана. Принять станция может 10 новых сотрудников.